Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим очень эффектный салат. Салат называется «Грибная поляна». Этот салат один из моих самых любимых. Готовится он очень просто. Продукты, которые нам понадобятся, вы сейчас видите на своем экране. Значит, приготовление у салата очень простое. Вареный картофель, морковь и яйца мы с вами натираем на крупной терке. Также натираем на крупной терке сыр и огурец. Шампиньоны оставляем целиком, они у нас пойдут наверх для украшения салата, ну и также для вкуса. Куриное филе режем мелким кубиком. Зелень тоже мелко режем. Я буду заправлять салат базовым соусом. Ссылочку на приготовление базового соуса я вам оставлю внизу под видео. Также оставлю ссылочку на приготовление шампиньонов. Их я тоже делала сама, шампиньоны получаются очень вкусные. Итак, натираем все продукты, подготавливаем и встречаемся уже после подготовки продуктов. Итак, я подготовила все наши продукты и сейчас начинаем собирать салат. Возьмите какой-то красивый салатик, в котором вы его будете ставить на стол, и первым слоем мы отправляем картофель. Картофель нужно посолить и на картофель сеточку из майонеза или в моем случае это базовый соус, ссылочку оставлю под видео. На картофель мы с вами отправляем маринованные огурцы. Если огурцы очень сочные, весь сок не кладите, потому что салат у вас потечет. На огурцы отправляем вареную морковь. Морковь покрываем сеточкой из майонеза или базового соуса. Далее на морковь отправляем слой из яиц. Промазываем его тоже соусом и отправляем сыр. Сырный слой также покрываем сеточкой из соуса. На сыр мы отправляем вареную куриную грудку, порезанную кубиком. Курицу я варила в подсоленной воде, поэтому сейчас я ее солить не буду. Опять все хорошо промазываем соусом. И на курицу отправляем порезанную зелень. У меня зеленый лук и петрушка. Далее приступаем к оформлению последнего завершающего слоя. Нам нужно все шампиньоны выложить ровным слоем на зелень. Ссылочку на приготовление шампиньонов я оставлю внизу под видео. Обязательно попробуйте их приготовить. Они получаются очень-очень вкусные. Ну вот и все, наш салат готов. Делается он достаточно просто. Самое главное это подготовить необходимые продукты. Смотрится этот салат на столе очень эффектно. Ему, конечно, нужно дать постоять, пропитаться, настояться пару часов. И перед подачей на стол можно смазать шляпки грибов растительным маслом без запаха. Тогда они будут еще очень красиво и аппетитно блестеть. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Обязательно приготовьте этот салат. Порадуйте себя, порадуйте своих близких. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Я жду от вас просмотры, лайки. И обязательно поделитесь этим видео в социальных сетях.